Садитесь, господа. Итак, наша сегодняшняя цель – Имран Бахаев, международный террорист, обвиняется во многих терактах, совершенных против мирного населения, а также правительства, и его пешка Халед Аль-Пасад верно служит ему и выполняет всю грязную работу. Наша цель – ликвидировать обоих. Наш агент сообщает, что сегодня ночью в ставку Аль-Пасада прибудет Имран Бахаев. Но после этой передачи агент перестал выходить на связь. Мы подозреваем, что его раскрыли. Повторяю еще раз. Ликвидировать обоих. Перейдем к деталям. На то, чтобы собраться и приготовиться, у вас 2 часа. После этого вас под прикрытием истребителей доставят к квадрату высадки воздушным путем. Прыгать вы будете с парашютом. После приземления встретитесь со вторым агентом, который будет ждать вас в этом квадрате. Агент будет во вражеской форме, потому как он уже долгое время внедрен во вражескую сеть. Смотрите, не прострелите его там случайно. Вам придется использовать оружие противника на случай того, если вас заметят. Оружие будет представлять собой АК-12 с оптическим прицелом, а также СВД. Операция будет носить название «Подлежит ликвидации». Всем все ясно? Так точно, сэр! Приступайте. Будет выполнено. Можете не сомневаться. Вперед! Пошел! Второй пошел! Третий пошел! Четвертый пошел! Удачи, ребята! Эй, кто там? Стоять! Это мы, сэр. А, ребят, проходите. Ну как? Да ничего, вместе собрались. А ну стоять!